Охуеть. Всем здравствуйте, мы продолжаем проходить Call of Duty 1. Приятного просмотра. Советские комрады, нет никакой нужды этот глупый кровавый бойня между нашей нацией. Германский народ не есть ваш враг. Если вы сдаться, мы хорошо обращаться с вами. Вы получать много хорошей одежды. Пусть не кричит. Не кричит. Давай, давай, блядь. Советские комрады, мы не имеем ничего против простой советский солдат. Это ваши вожди хотят воевать. Они посылают вас в войну, которую вы не можете выиграть. Разве вы можете верить вашим командирам, которые стреляют в вас, если вы не отступаете? Германская армия — это ваш враг. Сдавайтесь, и мы уважаем вас и жалеть. Вы его дали, понял? Ёбки, блядь. На нахуй, блядь. Хуёво ты гранат подкинул, блядь. Хуёво. Доблестный солдат Красной Армии, вы не бояться сдавать. Германская армия имеет хорошую дисциплину. Вас уважать и жить. Если вы хотите жить, не сопротивляйтесь. Бросайте ваше оружие и ходите в ближайший германский патруль с вашей руки за голова. Хуева, это пошли, значит, да. Вы сдаваться. Вы получать горячий еда, водка, лекарства. Когда война капут, вы возвращаетесь в ваше дело. Пацаны, им пизда, они кушают. Дальше ебашим, да? Прекрасно. Да, прекрасно, блядь. Спать на. Храбрый советский солдат. Третий рейх не имеет простой советский комрад. Это ваш Сталин хотеть воевать для себя. Шевелитесь! Зачем вы верить ему? Он есть плохой для вас. Зачем умирать за такой человек? Вперед! 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 Попадаю на себя. Вперед! Вперед! Вперед!
Всем до встречи в следующей серии.